Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Налоговая заинтересовалась бизнесом, у которого падает выручка. Об этом рассказала в соцсетях владелица кафе «Шоколадница» Юлия Долгоршиных. По ее словам, заведение получило от налоговой требование объяснить, почему выручка за две недели декабря упала по сравнению с двумя неделями ноября. Также налоговики уведомили, что взяли предприятие на мониторинг. Предпринимательница отметила, что в ноябре в Кировской области расширяли число мест, куда нельзя ходить без QR-кода, и пригласила сотрудников налоговой, чтобы они не беспокоились о выручке, приходить в ее заведение на завтрак, обед и ужин. Программа «Экономика». Минимальные цены на алкоголь для кировчан увеличиваются. Повышение произойдет с 6 февраля. Об этом предупреждает Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области. Российский Минфин установил новые цены для розницы. Водка не должна стоить меньше 261 рубля за пол-литра. Это на 20 рублей выше существующего лимита. Коньяк не меньше 480 рублей за пол-литра. Это плюс 34 рубля. Продажа по ценам ниже влечет аннулирование лицензии во судебном порядке и административный штраф на должностных лиц 50 тысяч рублей, на юридических лиц 100 тысяч рублей. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Мы продолжаем экономический ликбез для владельцев бизнеса с экспертом по цифрам, руководителем компании «Бухгалтер» и я, Татьяной Максимчук. Маржинальность – первый показатель, говорящий о состоянии ваших дел. Посчитать ее легко – это разница между стоимостью готовой продукции и услуг и затратами на них. А как пользоваться знанием этой цифры? С помощью анализа вы можете установить, изменится ли маржа при росте выручки. Вы можете узнать точку безубыточности компании, ну и как влияют все перечисленные факторы на рентабельность производства. Маржинальность – это первый этап анализа бизнеса. Она, в принципе, показывает то, насколько вы правильно работаете даже с ценовой политикой. То есть вы установили когда цену с потолка, вы можете просто-напросто уже на этой стадии работать себе в убыток. Может быть, вы не учли того, что, грубо говоря, 100 тысяч фунт оплаты будет труда, а вы заработаете на этом, в принципе, 90. То есть генерирует ли ваша основная деятельность прибыль или нет? В каком месте ваш бизнес теряет деньги, поможет увидеть его оцифровка и внедрение управленческого учета. Это главные источники идей и железные аргументы для принятия управленческих решений. А 213-112 – это телефон компании «Бухгалтер» и я. Начните с решения им воспользоваться. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 77 рублей 82 копейки, официальный евро 86,64. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.